Здравствуйте! Стихотворение Юлии Друниной «Бинты». Читает ученица 2 А класса Трощева Ульяна, школы номер 240, города Борзи. Глаза бойца слезами налиты, лежит он, напружиненный и белый, а я должна приросшие бинты сорвать с него одним движением смело, одним движением, так учили нас, одним движением, только в этом жалость. Но, встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перекись лила, стараясь отмочить его без боли. А фельдшерица становилась зла и повторяла: «Горе мне с тобою! Так с каждым церемонится беда, да ему лишь прибавляешь муки». Но раненые метили всегда попасть в мои медлительные руки. Не надо рвать приросшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Это поняла, поймешь и ты. Как жалко, что науки доброты нельзя по книжкам научиться в школе.